Всем привет, с вами Акселинг. Сегодня мы будем играть в платинумы. Я решил пройти такой инсейн, как карамель. Давайте начнем. Опять там же. А нет, почти там. Ненавижу 40%. Сейчас 40%, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Опять 46. Если еще раз дохну на 40-м, то практика мобилизация не выключит.
было почему-то очень сложно. Давайте продолжим. Да, конечно, поставал. Ну хотя бы не 46. Четырем прибавить. А, стоп. От четырех отнять один будет 3. И 6 минус 3 будет 3. 3. Умножить на 10. И прибавить 3. И умножить на 2. 6. О! Аллилуйя! Ты же всегда наверх взлетал. Не было еще такого, когда он вниз падал. Не только сейчас. Я всегда убивался только вверх. Что-то начинаю думать, что ты инсейн демон. Нет. Лене тебе хорошо? А мне нет. Ах ты, череп носорога тупой. Это не череп носорога. А че это череп? Ну ладно, будет череп носорога. Я сейчас дуслюсь на этот череп носорога. Скорее 40%. 40 умножить на 2. 88 умножить на 2. 160. 160 плюс 506.
5.57! Ура! Еще сразу же сегодня выйдет серия с этим куклом. С Magma Caverns'ами. Мне кажется, что Magma Caverns даже полегче. Ну, наверное, потому что это мой любимый уровень. С моей любимой музыкой. Вообще это Insane 9, а тут Insane 8. Должна карамель быть легче, чем Magma Caverns. Ну, прошел и Magma Caverns, когда еще не вышла карамелька. Если я сдохну на 40-м каком-то там проценте, то я два раза буду Magma Caverns проходить. Что это за жопа? Видосян уже. 4.3 Похоже, ни разу еще не взял на 40-м. Нет, сдох, все, блин, на карту какашка. А тут бесплатная монетка. Кажется, я буду проходить два Magma Caverns. Один из другой формы. Нормально. Thank you.
какашка. Этот ролик будет без матов, так что можно его смотреть при мамке. Но это не точно. Разве что только по-английски мячу. Что это было? Я не могу пройти восьмой инсайн, серьезно? У меня тут попыток больше, чем на дедлокиде. Просто этот уровень сложнее дедлокида. Я вот тебе дубу вообще тупину.
Та-ра-та-та. Та-ра-та-та. Бомбил чуть-чуть. Надеюсь, ко мне соседи не придут. Так,
поплачем. Если я сейчас сотой попытки не пройду, то пошел он в жопу. Я буду нудом. Пройду. Лучше бы не быть нубом. Иди ты в сраку вонючую. Я бы так не знаю. Это конечно. Бля! Я обещал, что тут матов не будет. Все-таки лучше без мамы этот ролик смотреть. Jay, Jay, listen up.
Всем пока, с вами был Акселинг. До скорой встречи. Новая серия будет сегодня. Я буду ходить за вами. Всем пока.